Muy buenos días, mis amigos. Cafécito. Y sí. Сегодня мы с вами поговорим о вопросах. Давайте начнем с вопросительных слов. Вспомним вопросительные слова. Первое. У всех вопросительных слов вы увидите, увидите найдете одну черту. Это тильде, графическое ударение. То есть, допустим, слово ке с тильде означает что? Вопрос, вопросительное слово, а просто ке означает просто что, либо который. Угу. Вот давайте. Ке. Вопросительное слово что? Либо какой. Мы можем задать вопрос, допустим, ¿qué es esto? esto это значит это. Um, ¿Qué está? ¿Por ejemplo? ¿Qué es esto? Что это? Es un Lapisero. Лаписеро, так говорят <laughs> в латинской Америке, называют ручку. Ну, допустим, в Испании скажут с. un bolígrafo» Либо... «Es un boli. А внимание, в Аргентине могут сказать... С. una birome, birome. А почему «бироме»? Шариковая ручка была изобретена в Аргентине. Аргентинцам венгерского происхождения. Звали его Ладислао Биро. Поэтому ручку в Аргентине называют лабироме. Una на Следующее вопросительное слово. Кьен. Кьен. Вы видите опять тильды, да? Кен означает кто. Например. Кьен эсель. Кто это? Эс ми Это мой брат. Либо и кьен эс ту профессор. Кто твой учитель, да? Эс es... Тенгиз Кальсанов. Ну или еще кого-нибудь там можно назвать. Так. Кьен. Кто? Дальше идет Куаль. Куаль. Куаль означает «который». Но вот здесь надо быть осторожным и избегать прямых переводов. Потому что м -м, мне задали вопрос, а неправильно ли сказать «куальдия ой вместо «кедия эсой». Я так понимаю, что вы хотели перевести «который сегодня день». Но вот не работает это. Надо запоминать, как говорят в Испании. Да? Например, эм, мы можем спросить «куаль эм, который?». Вот стоят три человека, да? И вы спрашиваете «и, и куаль эрману?». эрману?». «И который твой брат?». Да? «Куаль де Estu hermano. И вы говорите, el alto, el alto, высокий, тот, который высокий. Эль Альто. Так, Эль Альто из миерману. Тот, который высокий, это мой брат. Так, еще куаль, да. И, допустим, еще вот такой вариант, да? Куаль. Мы можем. Preguntar pro diferencia, ¿no? Por ejemplo, ¿y cuál es la diferencia entre? ¿Y cuál es la diferencia? ¿En qué es la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia entre entre una esposa y una amante? ¿Y cuál es la diferencia entre un esposo y un amante? какая разница между женой и любовницей, либо какая разница между мужем, мужем и любовником. Кстати, это есть у меня в «Испанские шутя». Я вам дам ссылку, потом там есть эта шутка. Вот. «Cuál es la diferencia?» «Cuál?» – какая разница, да? Но в то же время эм, можно задать вопрос по-другому. «Qué diferencia hay entre una esposa y una amante. Либо, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre un esposo y un amante? Вот опять же, видите? Мы можем говорить, ¿cuál es la diferencia? Либо, ¿qué diferencia hay? Вот в зависимости от порядка, видите, меняется. Именно так и никак по-другому. Запоминать. Запоминать, только запоминать. Дальше. Кому означает как. Кому вы можете спросить, «Кому ты ямас? Как тебя зовут?» «Кому ты ямас?» да? Либо вы можете спросить, опять же, «Куаль эсту номбре?» номбре?» Не «Ке эсту номбре?» А «Куаль эсту номбре?» Либо «Кому ты ямас? Как тебя зовут?» Либо вы можете спросить, «Кому вас альтравахо?» И как ты добираешься до работы? «Кому?» «Как?» В то же время, допустим, мы, когда мы спрашиваем о человеке, о другом, мы можем спросить, и Кенес Эль, кто это? Вы отвечаете, и кому есть Эрмано? Если мы его видим, да? Вот уже вот он стоит. И кому есть Эрмано? И какой он по характеру, да? Потому что мы внешне его видим. Es muy trabajador мой симпатико, etc. Но ну, значит, «un trabajador» – трудолюбивый, симпатико, очень приятный человек. Либо, если ну, кто-то сказал: «¿Tienes hermanos?» – «Sí, tengo un hermano. и спрашивают: "И кому es tu hermano?» «¿Y cómo es tu "Какой он "Какой он твой брат?", «¿Cómo es tu hermano?» Дельгадо высокий, да? Дельгадо стройный. Все, да, наполовину, Что еще рассказывать? Вот. То есть, видите, в английском не совпадает с английским, потому что в английском как же будет там? What is he like? What is he like? Да? Либо там быстро. What is he like? Какой он, да? Либо what is she like? What is he или she like? именно встает вопрос «как?». Да? тоже надо запоминать. «Кому эс туэрману?». Либо мы говори, спрашиваем о внешности, либо о не знаю, характере. Да? Так, дальше. «Донды» — это проще. «Донде?» — «где?». Мы можем сказать «а донде вас?». «А донде вас?». «Куда идешь?». Либо De dónde eres de dónde eres adcúdate de dónde eres adcúdate soy de Rusia cuándo cuándo ¿Cuándo? cuándo cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez Например, можете спросить, когда тенес вакасинес? Когда тенес вакасинес? Когда у тебя отпуск? Когда тенес вакасинес? Либо в случае школьника каникула, да? Когда тенес вакасинес? Когда у тебя отпуск? Можете сказать, en julio, en julio, в июне, в июле. Следующее. Lo en la eslova ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Scolca? ¿Cuánto tiempo te quedas conmigo? ¿Preparo café o preparo la vida? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Scolca stoit. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el lapicero? Quanto cuesta el bolígrafo? Un dólar. Но, если мы спрашиваем о чем-то, здесь cuánto cuesta имеется в виду деньги. Деньги это неисчисляемое существительное. Мы не можем его вставить во множественное число, оно неисчисляемое. Quantos, сколько, cuántos, cuántos, cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Y vos tengo 37 años. Yo tengo 37. Ah, me gustaría tener 37. Ah, tengo un poco más. Un poquitico. Más. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? Año. Músculo roda. Y por eso, ¿cuántos años para dar, para se cuántos. существительным. Квантос años. И множественное число. Años. квантос. Но если мы говорим, о, спрашиваем о существительном множественного числа женского рода, да? Допустим, и quantas horas trabajas? La hora женского рода. La hora, las horas. ¿Cuántas horas trabajas? Por qué? А тут внимание, видите? Por qué? Пишется двумя словами. Мы говорим «порке», «почему», «порке». А если будет написано вместе и без тильды э, «ке», это значит, будет звучать тогда «порке», «потому что». Сейчас тогда я вам буду задавать вопросы, а вместо вопросительного слова буду «асеркарас» изображать мимикой, потом вы должны будете догадаться. Итак, вопрос. Es esto? Es esto? Uno, dos, tres, cuatro. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Что это? Es tu nombre. Es tu nombre. Sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Te llamas. Te llamas. Te llamas. Pruébela. ¿Cómo te llamas? Y dice ¿De eres? ¿De eres? Sí, ¿De dónde eres? Otra pregunta. ¿Años tienes? ¿Años tienes? Y sí, ¿Cuántos años tienes? Escúchate bien, Siguiente. Día es tu cumpleaños. Día es tu cumpleaños. Sí, sí ¿qué día es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu día de cumpleaños? Horas al día estudias español. Horas al día estudias español. Sí, cuántas horas al día estudias español? Cuántas horas al día estudias español? Otra pregunta. ¿Vives? ¿Vives? ¿Dónde vives? 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 ¿Dónde vives? ¿Dónde te vives? ¿Dónde Vivo en Rusia. хе хе ен Русия. Ота привунта. Ес ту професора? Ес ту професора? К'ен ес ту професора? К'то твоя учительница? Вие можете ответить, да ответите, ес Мария Лопес. О, с Мария Мендес. То есть кто? Спросили, кто это? Личность, да? Следующий вопрос. Эсту профессора. Эсту профессора. Правильно. Куалесту профессора. Которая. Из вот этих трех, да? Которая твоя учительница. Вы говорите, Ла Рубия, блондинка, О, Ла Морена, темноволосая, ш, брюнетка, Либо Ла Пелироха», рыжая. Так, следующее. Estudias español. Estudias español. си sí. ¿Por qué estudias español? 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 Y vos decís, porque me fascina. Porque me gusta. ¿Sí? Porque me gusta mucho. Porque me fascina. ¡Excelente! Um, Siguiente. Vas a a la escuela vas a la escuela si sí. como vas a la escuela como vas a la escuela en autobús, en autobús, ]Liba en coche, en ¿da? o Допустим, здесь разница, опять же, да. Испанцы говорят энкоче, называют элькоче автомобиль, а в Латинской Америке говорят элькарро, потому что ункоче в Латинской Америке это тележка, и ункарро это автомобиль. А в, Латин... а в Испании все совсем наоборот, то есть ункоче это автомобиль, а ункарро это тележка. Вот такая вот у них разница. Дальше, да? И Es la diferencia entre estas palabras. Es la diferencia entre estas palabras. ¿Y cuál es la diferencia entre estas palabras? ¿Un coche, un carro? ¿Livo? дифференциай энтре эстас палабрас дифференциай энтре эстас палабрас си ке дифференциай какая разница между этими словами вы видите по-разному да, строится вопрос хотя вроде бы одно и то же в одном случае мы говорим ке ¿Qué diferencia hay y cuál es la diferencia? Y choras ¿Qué diferencia hay entre? Riba ¿Cuál es la diferencia entre? Pонятно, хорошо. Следующая. y tienes vacaciones. Tienes vacaciones. ¿Cuándo tienes vacaciones? ¿Cuándo tienes vacaciones? ¿Cuándo tienes vacaciones? En verano, летом, либо en julio, либо en junio, либо en феврале. <свят> <свят> ну что ж, вот, пожалуй, и все на сегодня. Я еще придумаю вам что-нибудь по вопросам к следующему занятию. А сейчас я хотел сказать вам, что у меня появился спонсор. Это компания italki очень крупная компания, я вообще очень я польщен сильно, что они обратили на меня внимание и предложили сотрудничество, свое спонсорство. То есть это компания, которая предоставляет вам преподавателей нейтивов, то есть носителей языка. Вы можете связаться с любым из них и разговаривать на темы, которые вам нравятся. Договариваться о времени, там расписание довольно гибкое. Что это дает? Это дает живое общение с людьми на языке и в удобное для вас время. Ну, вообще, в общем, стоит, я думаю, попробовать. В следующий раз я расскажу немножко поподробнее. Сейчас просто а, внизу, там внизу есть линк. Вот по нему вы можете зайти на компанию Аитоки и найти себе преподавателя по душе, по интересам. То есть, вы знаете, когда вы Разговаривайте не просто о чем-то, о каких-то грамматических правилах, а о том, что вас волнует, то, что вам нравится. Это всегда запоминается надольше. Интонсес эстото паровой. Давайте, хочу вам пожелать кое-чего. Потому что у меня есть одна песня, по которой мы будем изучать субхунтива. Субхунтива – это э, следующий шаг для уже продвинутых учеников. Меня очень часто спрашивали, о нем, но как бы, понимаете, там э, я не мог найти какого-то интересного варианта. Вот я сейчас нашел песню, там полностью идет в этом, в наклонении субхунтио, например, пожелания всегда в нем говорятся. И тогда э, там немножко меняется окончание. Вот я сейчас вам спо пропою пожелания из припева этой песни, а потом, позже, мы еще э, разберемся с этим субхунктивом уже посерьезнее. Минуту Que el corazón no se pase de moda. Que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de boda. Que no se ponga la luna de miel. Que el corazón no se pase de moda. Que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de boda. Hasta la próxima.